находимся в национальном парке Гюреме. Вот куда мы утром бежали. Для того, чтобы встретить рассвет с воздушными шарами. Здесь идет полным ходом подготовка к запуску. Очень много людей, просто катастрофическое количество. Шары будут запускаться в разных точках. Все куда-то едут, мчатся. Вот сейчас вот бросили. Шары собираются давать корзины, вот выставляют. В том месте уже идет вот на душ. Тут уже шары надуваются. А здесь, где мы стоим, что-то пока никакого движника нету. Вот такое действие здесь творится. Уже он один шарик даже взлетел. Необыкновенное зрелище, красиво все так. Как такое, вот смотрите, уже подъем шарика идет. Прямо не знаешь, куда смотреть, глаза разбегаются. Хочется все охватить взглядом, все сфотографировать. Не знаешь, куда броситься. То ли на один шарик, то ли на другой. Тем более, когда мы это видишь впервые, это просто вообще невероятное какое-то зрелище. Фантастическое. Столько эмоций вызывает. Посмотрите еще, на каких все это фонах происходит. Все просто великолепно. Вон моя модель готовится к съемке. О, смотрите, какая красотка. International. Вон шар один уже взлетел. Вон еще с людьми взлетает шарик. Вон посмотрите. В корзине примерно 15-20 человек. Стоимость полета на сегодняшний день составляла 25-30 даже человек. Стоимость полета на сегодня составляла 150-170 долларов. Из-за того, что долго шарики не летали. А? Евро. Ну, смотрите, как это просто охренительно. Уже летят. Они быстро взлетают и сразу в путь уходят. Короче, они будут все лететь в ту сторону. Фотосессия продолжается. Над нами, смотрите, во, шары летают. Мы идем, пытаемся поймать удачные кадры. Шары со всех сторон. Зрелище невероятное. Они так быстро уходят в небо. Вот. Бежит модель. Не сделаешь ради хорошего кадра. Бежать на каблуках в гору. We'll be right back.
Прям обалденное фото будет сейчас. Шаров где-то больше 100, мне кажется. Это как минимум. Это была очень потрясающая фотосессия. Нам пришлось побегать, поноситься туда-сюда. Но такой вид, да. Смотрите, это обалденный вид, классный. Это что-то невероятное. Фантастическое шоу. Столько здесь людей, да. Видео, кто фото, кто просто бегает. Шарики летят непредсказуемо. Сначала в одну сторону полетели, потом в другую. Сейчас вот вообще над нами зависли. Хотя мы думали, что нам придется бежать хоть в одну сторону, а оказывается нет, они летают по-разному. Да. Виды, вот смотрите, скалы, Каппадокия поражает. Каппадокия была бы не полной, если бы мы не увидели шары, но нам повезло. Завтра нам уезжать, и вот сегодня они полетели. Конечно, мы не оказались на шарах, но... Смотреть на них – это не меньше удовольствия. Да, не меньше удовольствия. Может, даже и лучше. Да, в следующий раз, может быть, мы как раз и приедем сюда, но уже для полета. Зрелище. Зрелище вообще вот как бы огромное просто. Вот. Причем все это происходит действительно очень быстро. Модель бегала тут на каблуках, носилась, снималась. Помаши рукой телезрителям. Фантастическое, впечатляющее зрелище. Просто космос. Гюрюме, центр Каппадокии. Долина, в которой расположен живописный городок, как и десятки соседних долин, образовались в результате извержения вулканов. В течение многих миллионов лет они заполняли здешнее пространство пеплом и горячей лавой, застывавшей в самых причудливых сочетаниях и формах. Затем вода и ветер делали свое дело. Кроме исторических достопримечательностей, вокруг города очень много природных, различных, красивых ландшафтов. Городок является центром одноименного национального историко-природного парка, который занимает территорию в 300 квадратных километров. Пешие прогулки в окрестностях города невероятны и завораживают. Кроме того, вы можете взять на прокат велосипед, мотоцикл или квадроцикл и покататься по местным долинам. Если вы любите лошадей и верховую езду, в окрестностях города можно совершить и конные прогулки. Это место невероятное по красоте и обязательно к посещению. Советую посетить это место и задержаться здесь хотя бы на пару-тройку ночей. Вы получите невероятные фотографии для своего Инстаграма или иной социальной сети. Место поражает, место потрясает. Оно останется с вами навсегда в вашем сердце. Привет, друзья, вы на канале Павла Страна. Сегодня мы выезжаем с Каппадокии и движемся в Олюденис. Это будет в следующей серии. Сейчас про Каппадокию.
Каппадокия нам очень понравилась. Здесь очень необыкновенная такая природа, где мы еще не встречали такой. Покупать здесь стоит, несмотря ни на что. То есть не надо здесь искать каких-то развлечений или еще чего-то. Здесь самое главное – это природа. Природа, скалы, вот эти новообразования. Да, ладно. Нам повезло, мы еще увидели шары. Они несколько дней не летали, потом они взлетели. Это было необыкновенное зрелище, там около 100 шаров, это просто бомбезное. Космический пейзаж. Космический пейзаж, да, стоит побывать, посмотреть здесь однозначно. И желательно хотя бы, наверное, на пару деньков. Одним днем вы здесь просто не успеете все посмотреть. Да. Месту. Одним днем это будет все бегом, и ничего не успеете увидеть, насладиться. Все равно нужно минимум дня 3-4. Да? Ну да, 2-3 дня. Нормально. 2-3 дня нормально будет, да. Так, обязательно приезжайте, да. Обязательно путешествуйте, обязательно берите машину в аренду. Нету машины, приезжайте на поезде, на самолете. Тут лошади есть, можно на лошадях даже. Да. Это уже на ваше усмотрение. Но побывать здесь обязательно стоит.